Здравствуйте, дорогие друзья. Про свою Honda Forge расскажу вам сегодня небольшую историю я. Почему Honda Forge 300 лучше любого эндуриста? Honda Forge гораздо удобнее любого мотоцикла. И по городу, и, как ни удивительно, по трассе. Вот я специально нашел CB500X, который по праву считается одним из лучших мотиков в Таиланде для путешествий. Вот. И моя старенькая Forza. Первое, на что я вам хочу показать, это что многие думают, что CB500X, он очень высокий, у него обалденный дорожный просвет. Ну, смотрите, вот мой мобильник Samsung, вот он. Вот. Он не вмещается, видите? Он не пролезает под ним. Свет плохой очень, надо было, конечно, снимать днем. Вот. А вот мы посмотрим на Forze, да? Смотрите. Чудо, то же самое. Видите? Он также не пролезает на 1 сантиметр, не знаю, на сколько. Совсем чуть-чуть не пролезает, точно так же. То есть, как это ни удивительно, дорожный просвет у них примерно одинаковый. Хотя кажется, что Сибишка намного выше. Но это не так, ребята. Это вовсе не так. Здесь просто такой дизайн, что кажется, что она высокая. Если снять пластик, то еще неизвестно, кто будет проходимый. Потом смотрите. Сидушка. Здесь вы сидите на заднице ровно. Ноги прекрасно стоят на земле. Это очень удобно. Чтобы там не врали обзорщики насчет того, что это для новичков, что низкие сиденья там для девочек-новичков. Нет, это очень удобно всем. Я вот далеко не новичок, но сидеть на удобном сиденье мне гораздо приятнее на заднице, чем свисать на бревнышке по бокам у мотоцикла, когда ты сидишь на промежности, а ножки у тебя висят в воздухе, пытаясь зацепиться за землю, а там может быть ямка или скользкая грязь. Это, ребята, очень неудобно на самом деле. Сколько бы ты ни ездил, насколько бы ты опытным ездоком не был, скутерное сиденье просто всегда удобнее, понимаете? Оно удобнее всегда. Кроме трека, да? Ну, какие трек? Какой трек? Где вы видели трек? В Буриране, блин. Вот. Потом знаете, что здесь некуда положить вообще ничего. Здесь вообще не. Наверное, только под сиденьем есть маленькое отделение для пары ключей. И все. А рюкзак одевать очень жарко. На такой жаре рюкзак просто убивает. Спина будет мокрая точно от рюкзака. А в Forze? Давайте посмотрим, что в Forze. Ничего себе!
Здесь можно просто жить, просто ночевать. Просто не останавливаться в гостиницах, а ночевать прямо здесь. Для CB500 же ящики стоят целое состояние. Вы даже не представляете. Здесь нужны специальные брекеты, маунты, покупать багажник. Они стоят целое состояние. Плюс сами ящики. Чтобы получить такой же объем, как на Форзе, вы отдадите 1050 бат. Да. А здесь на Форзе мне он обошелся всего 5-6 тысяч ящик, наверное, примерно, и багажник. Сейчас багажник стоит 2500, но я его еще покупал даже за 5500. Но это даже все равно было выгоднее, чем ящики для мотоцикла. Потом мощность. Здесь 471 кубик в моторе. В Форзе 279. То есть в два раза меньше. Казалось бы, мощности катастрофически не хватает. Но нет. Можете себе представить, мощности вполне достаточно. Ее не хватает только на каких-то хайвеях. Без пробок. Которые очень ничего поискать. Мне вот только в Малайзии на самом деле не хватало вот реально мощи. Где движение реально быстрое. Для города он разгоняется быстрее на скутере со светофора. Вот эти 400-ки, 500-ки, они просто дергаются, потому что у них большой вес и коробка. Все это неудобно в плотном трафике. Поэтому скутер легко обгоняет мотоциклы по современным перегруженным городам. Потом свет, смотрите. Здесь довольно поганенький свет. Ну, нормальный для мотоцикла, да? Но он довольно паршивый на самом деле. Ой, в Форзе, посмотрите, какой цвет. Здесь автомобильные фары стоят практически. Смотрите, здесь каждая фара светит сильнее, чем вся фара в этом CB500. Здесь она в 2,5 раза ярче светит. Ветрозащита. Просто здесь офигенная ветрозащита. Вот высокое стекло, правда, я советую отпилить. Это оказалось фигня. Оно дует прямо на уши. Здесь же на мотоцикле. Не, ну это они какое-то вообще шикарное стекло поставили. Но даже с таким шикарным стеклом будет дуть гораздо сильнее, чем с маленьким форзовским заводским. Проверено, я вот поездил на всяких. На скутере ветра, грязи, защита просто несравнима ни с каким мотоциклом. Лучше, чем на любом мотоцикле. Ножки закрыты, все закрыто. Поток отбивается вверх. На мотоцикле такого нету. Ни на каком нету. Даже вот на таких гусеобразных мотоциклах ветрозащита сильно уступает скутеру. Потом, конечно, ножки, да. Это даже может быть самое худшее, что в мотоциклах по сравнению со скутером на дальняки, это ножки. Ножки здесь все время согнуты и все время в одном положении. Единственное, куда вы можете их поставить назад или ехать стоя. Вот. И так и едешь. То стоя поехал, то назад. И то здесь, наверное, стоя ты не поедешь на такой, с такой посадкой. Не эндуро. На скутере это просто праздник. Можно поставить ноги так,
Так, сюда, назад, под себя поджать. Может, по-турецки. Можно сидеть по-турецки на нем, представляете себе? Можно сидеть по-турецки и ехать, как на диванчике. Кушать, писать. Если прорезать вот здесь дырку, можно даже какать туда. Комфорт скутера просто не превзойден никаким мотоциклом. А, еще мне такой аргумент доводили, что Форза легкая, ее поэтому сдувает. А вот если возьмешь тяжелый мотоцикл, там, литр или больше, он будет тяжелый, его ветром не будет сдувать. Но это тоже, кстати, оказывается не так. Форзу почему-то ни хрена не сдувает. Ну, ее сдувает, конечно, она легкая, вот пластиковая. Сверху, да, центр тяжести низкий, но ехать на ней все равно почему-то удобнее. Даже вот в ветропотоке она идет лучше. У нее такая аэродинамика, такая ветрозащита продуманная, что мало мотоциклов с ней сравняться. Я, конечно, не скажу, что по устойчивости она хороша. Конечно, ее колбасит на таких маленьких колесиках сильнее, чем мотоциклы. Да, это вот есть такой минус. Да, там на мотоциклах ставят демпферы, руля. Говорят, что вот расколбаса, панически ездят, панически боятся расколбаса. Господи, у меня Форза все время едет в расколбасе. На ней все время едешь. Вот на любом скутере возьми, он все время идет в расколбас. Он все время колбасится. Ребята, поучитесь ездить на скутере сначала. Вам демпфер даже не понадобится. Высокая подвеска. Это тоже иллюзия. У себе 500X. Это не высокая подвеска. Это так сделан пластик. Так. Она абсолютно такая же, как на CBR500. Как на CB500 обычном. Такая же, как на Форзе примерно даже. У нее ходы даже не больше, наверное, чем на Форзе. Ну, условно говоря, сравнимые, да? Нет у нее никакой проходимости по сравнению со Форзой. По грязи, наоборот, по грязи, наоборот. Низкий центр тяжести рулит. Я на скутере вот ездил, и на эндуро ездил, и на таких вот ездил по грязи. Я вам скажу, что на скутере даже ездить удобнее. Да. Даже удобнее. А, кстати, я даже эндуристом был, можно сказать. У меня были эндуро в России, на даче гонял. Я уже даже и забыл. Вот. Но на скутере было прикольнее по грязи. Потому что жопа, когда все время тащит, таскает туда-сюда. Если с заднего колеса вырывается столб грязи, такой фонтан грязи несколько метров высотой, на скутере это производить удобнее, как ни странно. Потому что сидишь низко, устойчиво, завалить его почти невозможно. А вот такие мотоциклы, они склонны к заваливанию в грязи. Если вы на себе 500X заедете в грязь, его будет довольно сложно удерживать. Скутер намного легче держать. Ну и цена поменьше. Да, вот реально вот плюсы мотоцикла, это ну колеса вот они повыше, да? Они поменьше кочки чувствуешь. Но это не сильно, не так уж и сильно заметно. Жрет он больше. Скорость максимальная. Тоже там не намного у него больше. Да не такой же он шустрый. Хотя, конечно, вот на трассе 270 кубиков маловато, конечно. Но смотря какой трассе. Вот здесь еще надо ее найти, такую трассу, где этой скорости не хватает. Потому что везде пробки. На моторвей не пускают. Такую трассу надо еще долго поискать. Где-то между Хуахином и Чумпоном, наверное. Потому что здесь даже Форзы хватает, в общем-то, почти всегда.
в этом перегруженном транспортом в мегаполисе. Да, и вы сейчас думаете, ну что там, ноги, ну ноги нельзя сложить там, нельзя их вверх задрать, придется ехать в одном положении, ну ничего. Знаете, когда вы проедете так один день, два дня, три дня, и вы уже будете ходить как старик скорченный, блин, ковыляя. Вы вспомните мои слова, блин, что надо было брать скутер, блин. Что на дальняк скутер в 100 раз лучше, чем любой мотоцикл. Даже если есть небольшое бездорожье, даже если нужна скорость, все равно. Скорость вот на скутере так не ощущается. Он вот валит и валит. Ну там пусть он 120 идет, да, а больше ему уже сложно. Но он эти 120 идет вообще как это, как паровоз. А на мотоцикле вы уже будете 120, у вас там будет уже морда там парашютиком. И губы трубочкой, блин, от ветра. Да, от шума ветра будет еще усталость. Поэтому это миф, это заблуждение, что мотоцикл на дальняк лучше скутера. Я с этим категорически не согласен. Я вот езжу и на скутере, и на мотоцикле одновременно, и по очереди, и на разных моделях. Я даже на PCX меньше уставал, чем на мотоциклах. Хотя едешь на PCX там в 2 раза дольше, там тошнишь 70 км в час, но зато едешь по расслабону, понимаете? Это едешь сплошной расслабон. А расслабон, я считаю, в путешествии гораздо дороже, чем скорость и преодоленное расстояние. Лучше проехать 200 километров, но расслаблен, с кайфом, просто гуляюще, да, гуляюще просто, чем на мотоцикле там отжигать километры, жрать асфальт. Не, это не нужно. Отжечь можно иногда, это приятно, да. Но вот целый день и так путешествовать долго-долго, я смысла не вижу. Удовольствие перестаешь получать, думаешь только об одном, быстрее бы доехать. Так ездить не нужно и нет смысла. Просто для галочки, что вот доехал хрен знает куда, в какой-то кочемар, в какие-то ебеня. И надо ехать спокойно, расслабленно, просто получать кайф от каждого километра. Если чуть-чуть устал, все, отдыхай. Можно ехать на PCX, на Форзе, на чем угодно, даже удобнее, чем на настоящих, типа, крутых мотоциклах. Даже вот Shadow Slasher и Rebel, на них менее удобно путешествовать. Ни ветрозащиты нормальной на них нету, ни ноги нормально не попереставляешь. Хотя бывают такие подножки, что можно переставлять ноги. Вот на Vulcan S есть вообще регулируемые подножки. Но они регулируются немножко, чуть-чуть там. А надо же регулировать всю дорогу там. Полчаса так поехал, полчаса ногу за ногу отдохнул. Путешествие это все-таки нужно делать так, чтобы это было отдыхом, а не испытанием. Заметность на дороге. В профиль, смотрите, она смотрится как огромный мотоцикл какой-то. Намного заметнее, чем CB500 или подобные. Сзади тоже кажется. Вот это обилие пластика, большой раздутый пластик, он создает впечатление большого мотоцикла. И на дороге вас лучше замечают, лучше пропускают. Проверено. Еще один неоспоримый плюс, про который я не могу не сказать, что на скутере здесь очень хорошее охлаждение. Она не греется в пробках, не греется в горах.
На мотоцикле всегда перегрев идет на горных дорогах или в пробках. Приходится даже останавливаться, чтобы мотор остудить, чтобы не перегрелся. Даже с водянкой вот мотоцикла они перегреваются. Здесь же есть очень хорошее охлаждение. Мотоцикл, даже когда стоит в пробке, он охлаждается нормально.